пробку попали сегодня рано утром жители Междуречья. Автомобили ехали в сторону железнодорожной слободы по Чичерину. Водителям пришлось ждать, пока дорогу под мостом освободит застрявший грузовик. Очередной водитель не рассчитал габариты своего грузовика и застрял под железнодорожным мостом. Чтобы проехать, ему пришлось максимально спустить колеса. Остальные участники движения ждали, пока шофер проделает все необходимые манипуляции. Пробка на Чичерина достигла светофора. Разворачиваться и объезжать практически полгорода решали немногие водители.